Как пить пиво без вреда для здоровья? Советы диетолога. Приемлемой дозой пива является объем не более 200-300 мл в день 1-2 раза в неделю. Врач-диетолог поделилась секретом, как употребление пива без вреда для здоровья. Чтобы не поправиться, приемлемой дозой пива является объем не более 200-300 мл в день 1-2 раза в неделю. Пиво можно пить только в конце основного приема пищи. Это может быть обед или ужин, но сначала человек должен поесть, отметила специалист. По ее словам, самой плохой ошибкой является употребление пива на голодный желудок или между едой, поскольку это плохо сказывается на работе пищеварительной системы. Также диетолог посоветовала рассматривать пиво не как напиток, а как продукт питания, поскольку в 100 грамм напитка содержится около 50 килокалорий. А его употребление может привести к перееданию. Это касается только так называемого живого пива, которое имеет короткий срок хранения. Добавила она.